Я вообще склоняюсь к тому, что запрещать не очень хорошо, и нужно думать, как надо решать те или иные задачи, а не просто принимать те или иные решения, которые, которые ставят под запрет вообще изначально неплохую историю там, да, виртуальных денег. Поэтому мне такое решение кажется не очень, не очень эффективным.